Татьяна Лаврова. Праздник Победы. Славный праздник, День Победы. Я спешу поздравить деда. Он вояк, храбрый брат, защищал свою державу. В 20 лет солдат бывалый, горе видел он немало. Он с боями шел от Волги, путь был трудным, страшным, долгим. Сталинград, Москва, Варшава, за отвагу орден славы. Столько званий и медалей вы, поверьте, не встречали. Дед рассказывал немножко про войну и про бомбежку, как в окопах кашу ели и до срока посидели. Он был ранен и простужен, шел в атаку, был контужен. Он и в походе медсамбате встречался с бабой Катей. Повезло и ей, и деду, вместе встретили победу. И теперь, 3 мая, праздник дружно отмечаем. Мир пусть будет на планете, счастье взрослым, счастье детям.